Друзья, всем привет! С Юркой мы поехали на рыбалку. Время 11. Так, время рано не собрались. 11:08. Короче, поедем сейчас. Ну, уже так все подрастаяло конкретно. Но я думаю, что это у меня закрытие сезона на снегоходе. Посмотрим, короче. Ну, что-то я уже дальше очкую ездить. Все, выдвигаемся. Ну, как обычно, напротив Сосновки будем и Морского. Друзья, первая постановка. Народу очень мало. Находимся посередине между Морским и Чайкой. Ну, как бы на снегоходе нормально ездить. Подтаяло, когда. Сейчас здесь побудем. Будем переезжать. Подходов нету. Он поймал, да? Поймал? Ну да. Так, у нас пополнение. Санек с Диманом приехали. Ну вот, мы сейчас камеру. Димана камеру. Сейчас наличие посмотрим. Тут 7 метров. Ну, о, что-то рядом. Опа. Так, чтобы камера будет видна маленько. Вот, поворачивай. На дне какие-то кокоряшки. Сюда какая-то нету. Надо что-то на дне такое. Просто какая-то. Растительность какая-то, она везде здесь. Угу. Всему дну. Вот. Ну, нет ничего. Нет. Друзья, мы сегодня с рулеткой проверяем мой навык глаза. Но у меня пока не ошибся. Вот. Вот нож. Чешуя, все как полагается. Короче, у нас обед. Сейчас пообедаем, пока не клюет. А все сели обедать. Время, да, час, наверное. Так, у нас сегодня шашлык, сосиски, колбаска и яблоки. Ну вот прям еще 30 градусов яблоки хоть раз ел. Кто-то привез яблоки, помню. Три, прикинь, достает, ну там камень. Я говорю, ты что, угорай, как их? Ну не знаю, что-то жена бросила, говорит, яблочки с собой. Я говорю, ну ты капец. Морозяка. Все обедают. Сейчас подобедаем. Потом рыбку найдем. Сало домашнее или это? Сам. Лосинка. Промка. Сачок, сачок. Отлично. Убирай, прибирай сразу. Отлично. Сразу в пакетик. Ну это зачет. Ну, Юра, взял одного. Мне что-то пока тихо. Нормально ударил, Юр? Да нет, подвис. Подвис, но все равно. Хороший судачок. Что-то вяло сюда. Погода-то нормальная. Там пролазили с пацанами. По поклевке он Юра одного судачка взял и все. Ни у кого больше ничего. Вроде глубина. И на трешке, и на четырешке, и на 7 были. Фига пока. Рыбы нет. Сидим, поедем еще куда-нибудь. Приехали в Боровое. Здесь была вспышка лютая.
Приехали по сигналу. Думаю, что здесь клюет. Движуха конкретная. Тачки, мотоциклы, машины, блин, снегоходы, муравьи. Просто вспышка и началось. Погоня. Жесть. Такой грохот. Вот эта толпа. Надо валить отсюда вообще. Тут, блядь, не порыбачишь. Ну, кто-то вытаскивает. Да, поехали. А ты иди, Юр, иди, я подъеду. Рукавицу потерял. Иди возьми, Юр. Спасибо. Мелко для... Плотно, блядь, плотно. Вот это народу. Ну, не все ловят. Глубина 3 метра.
Рыба есть, подходов нет. Ой, подходы есть, рыбы нет. Где-то посередине насоски. Ну, разгружался в морском. Обладатель судачка хорошего. Все зачетные. Сегодня? Вот, друзья, Стогучина рыбачит. Так что Тогучинская группа. Встречайте новых покорителей Обского водохранилища. Мы здесь постоянные клиенты. Ну. Короче, на красную судачу, семерку, убийцу, короче, с ниткой только тюкает. Чего только не ставил. Блять, поклевочка была. Прям нормально берет по-весеннему уже у всех. Девчонка тоже ловит. Юра в деле, Юра в деле. Сошел. Нормально. Ух ты, сука, леща цепанул. Выше, блядь. Короче, друзья, сегодня такая рыбалка трудовая. В поисках все. Парни с Тогучина рыбачат. Ребята с Тогучина рыбачат. Вот. Но они с ночевкой на 2 дня. То есть. Вот, блин, подходы-то есть. Ну подходит, он не берет, короче. Время я уже не знаю, сейчас, по-моему. 15 минут 8. Ну, блин, должен клевать-то уже. Солнышко на закат сядет. Короче, ждем. Сегодня так себе, короче. Капки были, но мгновенные. Короче, вот еще 2 штучки поймал. Ну, зачетные. Вот у меня на удочке 33. Вот 33. Вот 33. Так что, то начнете там. Вот сапог у меня 46-й, друзья. Вот. Уже вот так вот. Вот 46-й. Растоптанный. Что-то вечерка не ахти. Уже народ почти весь разъехался. Фигня. Вот 2 еще клюнуло. Тишина. Тишина. И там разъезжаются все. Вон уже все тоже. Тишина. Сегодня не будет вечернего хапка, походу. Ну что, друзья, просидели мы почти 9 час. 8. Тут пуп нашли хороший, с вилой, напротив Ленинца. И там парни вот еще на квадрике, на снегоходе, на викинге. Короче, закончили рыбалку сегодня. Поймали штук, наверное, по 10. Ты сколько, Юр, поймал? Я сегодня только одного отпустил, и все. Поклевки мне не очень, короче, сегодня прям хорошо работала судачья семерка, красным галстуком, синяя судачья работала сегодня хорошо, семерка тоже,
Ну, увидел колотый лед, киллер тоже хорошо отработал, вообще колотый лед. Ну, сегодня хапки были хорошие, но мы не всегда успевали. Ладно, всем счастливо, всем пока, всем натянутых лесок. С вами был канал Рыбалка в Сибири. Да, Юр? Да. Вот девушка. Заехала. Есть кому позвонить, чтобы вытащили? Есть кому позвонить, чтобы вытащили? Да, пошли узнавать. Не, я могу телефон дать, это парни приедут с первой внедорожной поликлиники. А что они звонят? Ну, первый внедорожный, УАЗики, патриоты подготавливают, они, у них есть вызов, они могут приехать. А, и они далеко отсюда? Ну, на площади труда живут. А сколько это стоит? Я не знаю, вам звонить надо. Дайте номер на себе. Запишите. Нормально. Тут как? Тут вообще никак. Тут по горло снег. Ну да.